В общем, ребят, херня какая-то. Нас, походу, кто-то зарейдил. Но чушь в том, что нет следов рейда. Походу, это админ. Потому что, ну, как вы видите, следов рейда нету. То есть, тут все стены целые, все целое. Кто-то взял просто и проремувил всю нашу хату. Вот, чувак, вот этот в тотеме. АПП-339. Я не знаю, что это за ушлепок, но он нам тупо проремувил всю хату. Он не рейдил, он не сверлил, он тупо ремувил вперед. Это жесть какая-то. Это что за херня сейчас была? Чем он так мог нас зарейдить? Ну вот, мы хату построили, и все, и просто нет хаты. Это что за ублюдство? Так, я сейчас посмотрю, этот ушлепок сейчас играет у нас. Его нету. Я его найду в Стиме, узнаю, что это за урод, потому что это жесть какая-то. Так как тут был Саня, ну, мы застроили все, и мы день не заходили. Вот я сейчас зашел, и все, и жесть, это я вот застроил. То есть кто-то, это скорее всего тупо реально админ, он просто проремувил хату нашу, потому что никак нельзя было залезть в нашу хату. Потому что даже вот еще один тотем стоит заныканный где-то вот тут вот. Вот он. А здесь его нету. То есть он, сука, проремувил хату всю, и все. Что это за ублюдство, я не пойму. Что это за мразь была? Потому что никто не мог бы нас так зарейдить. Ну, сейчас какой там, пятый или шестой день? Столько сих нету на сервере, чтобы нас тупо вот так вот на изи вынести. Это чушь какая-то. Ты сам с собой разговариваешь? Нет, я видос записываю. Какой-то мудак проремувил нашу хату закрытую и забрал все ресы. В смысле построились? У нас два тотема защиты, до одного он не дошел, второй он просто проремувил. Понимаешь, нет следов от взрыва. А если бы он сверлил, он бы сверлил неделю. Нас. Реальную неделю. Ну, день, сутки точно. Потому что у нас было куча стен и боковых стен, а на боковые не поставишь сверло. И он нас просто взял и забрал, и зарегался в тотеме. Вот АРР-339. Я не знаю, кто это. Я думаю, что это тупо админ. Потому что этот ушлепок реально просверлил. Ну, он не просверлит столько хату. Он просто ее проремувил. И он забрал все ресы. Ну, то есть у нас были патры, янтарь, куча синьки. Ну, тут осталось только динамит, аптечки и патры от слона. Ой, от на лук. И модификации он все забрал. Реально все. Тогда ливаем оттуда. Это, если это был админ, то ты кусок говна сраного. Неважно, кто это был, это просто кусок говна сраного, потому что либо это читер, потому что ну нереально было просверлить столько всего, это сутки ему нужно было. Тут было все в краснухе. То есть вот отсюда, вот считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Умножаем это на 2, 16, он 16, плюс еще внутри боковушки были, это еще плюс 8, это 24 стены без... намека на то, что тут кто-то что-то не взрывал, а трещины, чтобы кто-то рейдил. То есть кто-то взял просто и промывил хату. Какой-то урод. Я надеюсь, этот кусок говна рад, что он так сделал. Мы просто сливаем сервера, потому что это уродство. Вот, сразу, вот этот сервер DMS. Мы на нем много играли, много рейдили, много файтились. И теперь какой-то мудила, я его найду в Стиме. И скажу ему все, что я о нем думаю. Он не мог нас прорейдить. По-нормально, по-честному. Потому что вот здесь вот скала, то есть там еще наверху куча ресов, куча слоев, и там дырка. И то есть он просто вот так вот проремувил насквозь, вниз идя, две стены и фундаменты. И зашел вот, и зарегался в тотеме. Ну, ублюдок, что я могу еще сказать? Ладно, ребят, мы льем с этого сервера. Видос уже на второй день как раз-таки вышел, после того, как... Ну, я записывал после того, как мы играли. С Саньком все баги вы сервера видели. Чувак, реально кусок говна. У меня все.